шикарный. И вообще я так рада, что я знаю Нару, что я с ней дружу, что я к ней хожу. Я очень довольна, потому что она с первого раза меня из блонда вывела в темный цвет, и я никогда не была никакой зеленой, никакой... Ну да, зеленой вообще ни разу не была. Он прям так четко смывается красиво. Так, цвет губ красиво. Вы знаете, я татуаж сделала? Короче, я сделала татуаж правее, вот губ. Только здесь чуть под... Ну, забыла. Как это называется сейчас? Не шелушение, а коросточки появляли. Или как эта херня? Чуть отколупалась, короче. Ну, это надо будет мне по-любому пойти на этот. На коррекцию. И губы сделала. Но губы пока красные, надеюсь, что они пройдут. Губы класс. Цвет как у куку. Правда? Мне кажется, чересчур немножко рыжеватые. Мне хочется, конечно, чтобы было по... меньше. Вот эту яркость хотелось. Я вообще хотела такой нюдовый коричневый цвет. Мне сказали, что типа он будет коричневый, просто это первые дни такой эффект. Первый день я вообще была с красными губами, была в шоке. Нет, это не я. Блондинка лучше. Не, мне очень нравится темненько. Все, мне надо прическу сделать. Что еще мне надо сделать? Ресницы нарастить, мои любимые. Сейчас я без наращенных ресниц. Брови криво как будто. Нет, они просто отколупались, эта фигня, коросточка. Их надо расчесать.